В списке летальных случаев молодая девушка. В Кирове продолжает расти количество заболевших коронавирусом и число погибших в госпиталях. За выходные ситуация по COVID-19 в регионе не улучшилась. Каждый день прирост по-прежнему составляет почти 100 новых случаев. За три последних дня, субботу, воскресенье и понедельник, количество новых случаев в области составило 228. В этих данных и те, кто болеет без симптомов. В Министерстве здравоохранения объясняют увеличение статистики поступлением результатов тестирования из очагов заражения. Их, я напомню, сейчас в регионе 6. 4 находятся в Кирове. Это крупный завод, банк, детский сад и больница. Названия организации и сада в правительстве до сих пор не оглашают. Те, у кого тест показал положительный результат, находятся на лечении. Остальные на карантине. 30 мая стало известно о еще двух летальных случаях. В инфекционных госпиталях скончались 89-летняя пациентка из Советского района и 35-летняя кировчанка. В официальной информации говорится, что у обеих течение болезни было осложнено тяжелыми сопутствующими патологиями. Подробностей никаких больше нет. Общее число погибших теперь составляет 17 человек, заболевших всего с начала эпидемии уже 1903. Из больницы за последние три дня выписан всего 31 пациент.